Видите? Это Белгравия Роуд. Вот что я вам говорила. На ней полным-полно отелей. Вот это вот Comfort Inn номер 39. Я в отеле Comfort Inn. Вот посмотрите, здесь больше ничего нету. Здесь только вот, собственно, я сейчас на ресепшене. Вот парень просто не разрешил снимать, ну, его, да, тут фотоаппарат стоит на ресепшене. Ну, собственно, вот комната, куда вы заходите, дверь. Вот дверь, вы заходите в отель. Ну, вот здесь такая комната, не знаю, что там, посидеть или что. Вот здесь вот двери в лифт. Ну и, собственно, все, вы через лифт поднимаетесь наверх. И, собственно, все, больше здесь ничего нет, ни кафе, ничего больше нету. Комнаты стоят на лето, в июнь-июль, 129 фунтов на лето. Double bed. Ну, double bed per two person, я? Double bed на двух человек. Просто парень против, чтобы его снимали, поэтому я так. Ну, вот, собственно, около ресепшена вот такая вот карта висит Лондона. Мы вот здесь вот. Сейчас, мы вот здесь вот. Тейт-музей тут рядом. Вот, мы на Пимлика. Вот Биг Бен, Букингемский палас. Где он тут? Подожди, где-то вот тут должен быть Букингем. The Ritz. В общем, как-то так. Thank you very much. Thank you. I will transfer the video to my friends. Thank you. Так, вот выходим из отеля. Вот еще один отель, смотри. Луна Симон отель. Заходим. Ага, хрен, мы не заходим. Is it closed? Is it open? All right, thank you. Hello, can I come in? Yeah. Wait. Hello. Hello. My friend looking the place where I stay. Two person with the double room for the summer time, probably June, July. Okay. And I told him I come, make a little bit photo or video up to you, what permission you give to me for that. Send them with the price, okay. And we will look. Okay. What we can do? Number four. Show him number four. Yeah. He's gonna show you. You want me in the photo? Do you want me? Is it to remain on the? Can I do it? You want to break your photo? No. He's a very nice person. He helped me to find a room with you. We will go now to look in for the room. You might want your wife see you. Thank you. Thank you very much. Все, идем смотреть эту, как ее, гостиницу для вас. Вот мы зашли, видите, тут холл. Вот, комната номер 4 сейчас нам будет показывать мужчина. Так, заходим. Thank you very much. Вот, сразу тут, видите, вот. 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 Шкафчик. Кровать. And the bathroom is there. Вот сразу около кровати ванная. Сейчас подожди. Опа. Ага, вот свет все взяли есть. So I don't touch the mirror, nothing, everything clean. Don't worry. Так, полотенце. Два больших. Ну как больших, блин? Относительно, да? И два маленьких вот. Так, туалет, умывальник и вот душ. Так, вот так вот здесь есть схема метро. Okay.
on the right, which is Denver Street, that is 44 station. Some of the restaurants are closed today, but it's the Monday. Вот через этот коридор мы заходили, и направо комната на первом этаже. Вот приехали тут кто-то уже. Just requests about the breakfast. First of all, do you have breakfast? Yes. So the breakfast is in room or in cafe? In the breakfast room. And in the cafeteria. Oh, you got cafe here? Yes. Excellent. What included in the breakfast? It's an English breakfast. English breakfast. Is included in price? Yes. Fantastic. What roughly price for the time, June, July? Do you know the dates? I doesn't know exactly day, maybe it will be a weekend. How many people? Two. So a double room. Double room with double bed. About 180, 190, something like that. 180, 190. Yes. Can I translate? Yeah. Вот только что сказали, вот комната, которую мы сейчас видели, завтрак включен, британский завтрак. Это... Egg, bacon and beans. Этот, H, как он это? Яйцо. Яйцо, бекон и бобы включены в завтрак. Ну, не знаю. По мне так вещи мерзительные, ну раз вы хотите. The room price is 180-190. Per night, yes. Вот эта комната, которую мы сейчас смотрели. Approximately. Understand, yeah. The комната примерно 180-190 фунтов за ночь в июнь-июль. Конкретно надо смотреть по дню. So, thank you very much for this kindly gentleman who helped us. What is your name, please? Mark. Mark. My name is Jurita. I'm artist. I live in this area. My friends come to me for the visiting. Okay. Yeah, thank you. Этого парня зовут Марк. И вот он нам, значит, помог, дал информацию. Thank you very much. You're welcome. I got your details. I got the price. I sent information. Take part. And if they want to book, they book online. Online, fantastic. Yes. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Luna, Luna. Luna, Luna. All right, see you, darling. Так, выходим. Ой. Выходим. Hey. Thank you. Так. Ну вот, я взяла для вас визитку. Вот два отеля мы тут прошли. Вот третий сейчас подходим. Hutton's Hotel. Ага. Ну, судя по всему, Hutton's там ремонт. Там окна. Там... А, нет. Вот, чистенько. А, is somebody is here? Так, ну здесь более... А! I'm sorry, do you work here? I just would like to know some information. My friends, they would like to book the room for the weekend on the June or July. And I just come, have a look around, make some photos for them. And told them the price, and then evening time we will discuss which hotel we can book in. Okay. So, can you help us for this? Yeah, sure. All right, thank you. Two people for the double bed. So, can I make a photo or film it? Yes, you can, yeah. Or... Yeah, you can. Так, вот так это все дело выглядит. Нам разрешили снимать. Я сейчас буду спрашивать у дядечки. So, I make between me and you. The first question, the price. No, roughly, of course, roughly. For June, July, for the weekend. For two persons with the double bed. I can check for you. Yes, yeah, thank you, darling. If you give me the dates, I can check for you. I need to know a rough date because the different prices are different. Yeah, I do understand. How long is it for? 1 week or how long is it for? For weekend.
for 2-3 days. Let me have a look for example. Мы сейчас смотрим прайс на выходные дни. So, have a look, the first one maybe in the middle of June. Мы сейчас смотрим выходные дни в середину июня, потому что очень разные цены в зависимости от времени. For Friday, go home which day? Go home? Friday is 10 June. Friday is 10 of June. Friday or 17 or 24, which one you want? Friday. let's 10. From Friday to Monday. Friday to Monday. Мы смотрим сейчас цену с пятницы до понедельника на 10, yeah, Friday, 10 of June. С 10 июня до понедельника. It's coming up as £380. It's total. Yes, total. Per three night. Yes. За три ночи 380 фунтов в этом отеле. Second question, please. What about the breakfast? Breakfast £5 per person per day. Is not included. Завтрак не включен, 5 фунтов за персону, надо платить отдельно. How they can take the breakfast? They can tell us when they check in, please can I pay for breakfast, we can book it for them. So, do you have separate dining room or yeah, the breakfast? Yeah, downstairs the breakfast. Yeah, it's like cafe? Yeah, it's like buffet, yeah. Continental buffet. And only breakfast or they can buy only whatever breakfast. They want? Only breakfast or we have a little mini bar here, that's all we have. Мини бар, вот до меня как? No, soft drink. No, soft drink. Okay. What у них. You see here? Okay, understand. У них внизу есть кафе, но там ничего нельзя купить. Там просто, когда вы на ресепшн приходите, вы говорите, что вам надо завтрак, платите дополнительно по 5 фунтов за персону. So, does this mean, so if two person per day 10 pound per breakfast for 3 days is 30 pound. 30 pound on top of this. Значит, каждая персона 5 фунтов за завтрак, значит, за двоих 10, и вы говорите сразу на 3 дня и платите 30 фунтов, это плюс к стоимости этого, как его, комнаты. What is included in breakfast? Continental breakfast, you have some toast, some jam, some cheese, ham, crumpets. That's some bread, round bread. We have juice, tea, coffee, fruit. And bacon and beans? No, we don't have English. This is English breakfast. We only and no eggs? No eggs, only continental breakfast. Так, у них здесь в отеле континентальный завтрак, который включен тосты, мармелад. Тост, мармелад. Yeah, cheese, ham. Сыр. Cheese, ham. Хам, ветчина. Cereal, cornflakes. Попкорн, как кукуруза прессованная. So you mean this is thrown like you put in a bowl, you put some milk. Ну, попкорн с молоком. Yeah. Milk as well. Yeah, milk. Молоко тоже есть. Yeah. Yeah, tea, coffee, juice. Чай, кофе, сок. And another one questions, they can take how much they want or just portion, one meal, one bread, butter, bread. No, it's like a buffet. It's like Swedish plate. Yeah, you display, you take what на столе стоят продукты, и вы подходите, берете сами, сколько вам надо. То есть тут нету такой порции, вот прям одно масло, один хлеб. You are very kindly, thank you very much. And then about the room, double room with the shower. Yeah, I show you. We can go. Сейчас мы пойдем посмотрим комнату. I can film it. Okay. Fantastic. Сейчас мы пойдем посмотрим, я вам сниму видео, как выглядит комната. Пошли. Ой, какая маленькая комната. Thank you. Так, мы заходим. Вот, телевизор. Тут даже, смотрите, не про это. Так, кровать. Ну, смотрите, is a bed like 1.50 centimeters, I think, да? Yes, yeah? Is a not so not a big one. Значит, здесь будет где-то 1.5 метра, а в длину here is, I think, like 1.80 meters, yeah?
Very, very small. Very small size. Ага. Ну вот здесь сантиметров 40. Ну что, маленькая стандартная кровать, моя больше, если честно, дома. Ага, вот смотрите, вы можете сделать в номере кофе, чай, сливки, чайник. Так, белье тут, ну не знаю, белье тут вот. Вот. Is this in Japan? Pillow. The pillow is inside the centipon. Yeah, inside this is covered, yeah. Ага. Подушки силиконовые, синтепоновые. Can I... Значит, вид в окно. Ой, sorry. So, do you have another one room, which is another one view from the windows? Ага, туалет, вокруг полотенце. Так. Бацун. I just asked from this gentleman, told to you about the security in this hotel. This is very important in London because we have a lot of rubbish people in there, yeah? Who can steal something, and this area where the Victoria station and the Victoria train station in London Center, a lot of rich people is here. There's a lot of criminals is here as well. And this gentleman told to you about the security in this hotel, please. Yes, it's very secure here. We never had any problem with security like this. Nothing has ever gone missing from the rooms. And we have a camera in reception as well. Is the video recording as well, so they listen to the voice as well. So mm-hmm. any problem, they can listen. If something's like screaming, they're better trace any scream or something. But nothing has ever, we haven't had any issues regarding and this. The guests got key with them when yeah, guests go around keep key, yeah. or keep on the reception? No, they can keep with you, you keep with you. What? My name is Jurita, I'm artist, I live here, yeah. and I film it for my friend who oh, come for the visiting in London. Yeah. And what is your name, please? My name is Glenn, I'm the general manager here. Oh, you're general manager, yes. Glenn. Yes. Nice to see you, darling. Nice to meet you. Вот это вот главный менеджер отеля, и он нам сейчас рассказал, что в этом отеле очень высокая security, безопасность, у них стоят камеры наблюдения, которые снимают видео и звук тоже, поэтому они могут все услышать, где что творится. И у них не было случаев воровства или что. Гости берут ключи с собой, когда идут гулять. То есть у них никаких проблем в этом плане здесь не было. Thank you, darling. And your hotel normally full booked? Yes. They need booking before yeah. how many weeks? I don't know. When we have availability, some days is full, you know. So you need to... The more notice, the better. If you have more notice, it's better for us. Yeah, of course. And do you have any prices non-refundable or... Yeah, if you look on our website, you will see all the okay. prices. Everything. All right. Yeah. Вот нам сказали, что этот отель довольно популярный, и желательно его заблокировать до того. Ну, в принципе, на веб-сайте надо смотреть. Bye. Thank you. Bye. Thank you very much. Вот так это все дело. Так, вот так это выглядит. Вот лифт. Вот уже народ на ресепшн стоят. Bye. Bye. See you. Have a good day. See you. Thank you. Ой. Так, выходим.
Так, ну вот, я для вас сняла этот отель. Дальше идем смотреть, что у нас тут есть. Вон еще какой-то. Через дорогу. Bed and Breakfast, наверное. Видите, вон две буквы Б. Вот сейчас туда пойдем. Ну, в общем, вот, мы только что были вот где. Hutton's Hotel. Ойо. Номер 55. Вот. Здесь всего, видите, вот, эти все отели стоят, видите, тут раз, два, три, четыре этажа. Сейчас с другой стороны улицы я вам сниму, как это все выглядит. Вот три отеля мы только что с вами прошли. Вот, смотрите, они сзади меня. Ой. Вот. Вот они, видите? Вот. Первый, вот это третий отель, вон второй отель, и вот первый отель, они вот в этом вот промежутке. Прям три дома подряд, и такие разные цены, да? 120, сколько там было, 190, и забыла я первый, сколько там был. Потом по камере посмотрю. Так, вот я перешла. Вот смотрите, вот там вот. Вот там вот. Станция Виктория Дорожная. Вот. Ну, на минут 15 пешком. 10 даже, я бы сказала. 10-15. С правой стороны дорожная станция. С левой стороны повернуть еще там метров 100. И автобусная станция. Вот. В эту сторону. Вот эти небоскребы, они стоят уже на реке Темза. То есть вот, вот где автобус, за ним Белый дом. И за этим домом уже Темза. Ну, короче говоря, минут 5 пешком. Вот, видите? Улица называется Белгравия. Так. Так, сейчас вот мы подходим Б и Б. Де Белграф. Что это такое? Де Белграф. Так, не знаю, что это такое. Хотель, вон написано, видите? Карлтон Хотел. Ну что-то как-то мне тут, не знаю, закрыто. Короче, там все закрыто, свет горит. А вот девушка открывает. Нет. О, oh, thank you. Hello. I just would like to know about the price in hotel. My friends interested in come here for the beginning of the summer, maybe June, July. We can make this call. I can get, And there's a website in there, there are the different rates for different days. All right, Carlton Hotel. Yes, we okay. Have our website. And do you have breakfast here? No, we don't have breakfast. You don't have breakfast, only overnight? Yeah. And roughly price? It depends upon day-to-day price. It's sometimes it's 120, sometimes it is 80, sometimes depend upon day-to-day market. 80 to 120, all right. And in the room is any kettle or... Coffee-making facility. Coffee-making machine. And no mini fridge? No machine, only the kettle. Only what? Only the kettle for the... Kettle for the tea or coffee? Yeah. All right. Okay. Thank you very much. And you have many clients here before in advance. How many weeks or what time? 1 month in advance. 1 month in advance. All right. And the price is for non-refundable or? This is like, we have two types. One is non-refundable and one is like you can, it's 48 hours cancellation policy. So if you go to our website. On the website. All right. Thank you. Thank you, darling. Ну вот, смотрите. Нам ничего тут не показали. Ну вот так выглядит ресепшн, да, вот вы видели. Девушка.
Значит, девушка вот дала мне визитку и сказала, что средняя цена комнаты примерно от 90 до 120 фунтов, завтрак не включен. В комнате стоит чайник, что вы можете себе сделать кофе и чай. Мини-холодильника там нету. Ну вот как-то так. Сказала, что всю информацию искать на сайте. Комната не показала, вы видели. Так, ну значит в этой стороне, да, в этой стороне там все, там уже ночлежки, там отелей нету. Да, а вот тут у нас так. У нас тут так все круто, что у нас вот идут дорогущие отели в таком же доме, вот там вот ночлежки для наркоманов. Вот, их туда пускают переночевать, да. Ну, в принципе, полиция, ну, как бы они в курсе, они тут не сидят нигде, поэтому не надо, так сказать, впадать в панику. То есть это нормально в Лондоне, где вы купите квартиру за 3 миллиона, а напротив будут жить бомжи, понимаете, в социальной квартире. То есть тут это вообще за здрасте. Так, короче, ладно, вот отель «Сидни». Do you have business card? Business card? Yes. Uh-huh. Thank you very much. Thank you. Thank you. So, can I see the room for my friends? No? No, unfortunately not. On the website only? On the website. All right, thank you. Thank you. Thank you. Так, ну видите, да, отель, скажем так, популярный. Девочка вон несет упаковку воды, из чего я делаю вывод, что завтрака там нету, или цены сумасшедшие. Вот смотрите, вот он этот отель со стороны, вот он. Вот тоже мне дали визитку, сказали все смотреть на сайте. Так, идем дальше. Вот смотрите, еще что-то тут я вижу. The Park Hotel, вот. То есть вы поняли, да? Вот отели с другой стороны, вот. Здесь точно такие дома с этой стороны, вот тоже свои отели. And I am looking the hotel which costs £90 per night, the hotel beside. How many people? How many people? Two. Okay, I'll give you for £50. For £50 per night? Per night, yeah. And do you have breakfast in hotel? No, no breakfast. No breakfast, they want breakfast. They want breakfast, yeah. Breakfast, many restaurants here, madam. Yeah, I know, I live here.
You know, we charge you £5, or we will give you toast, butter, jam. Oh, it's possible. When we don't have, we don't do it. Ah, you don't do since it. Since coronavirus, we stop breakfast. Okay. But outside, £5, you can have a lot of food. So, can you give to me, please, business card? I give him your details. Do you have, no? Yeah. Thank you. Yeah. Fantastic. One minute. Excuse me, sir. Hold on, please. Hold on. Madam, I will give you double room for £50, deluxe room. I understand. I give him information. But they need to. They need to come quickly. Yeah, I understand. Okay. All right. All right. Thank you, darling. You're welcome. Thank you very much. You're welcome. Да. Так, ну что я вам скажу? Вы видели, да? Так сказать, дядечка индус. Визитка, посмотрите. Видите, да? Загашенная вся нахрен. Можно себе представить в страшном сне, как выглядит там комната. То есть вы понимаете, да? То есть он не то, что мне не показал, как она выглядит, а, собственно, там даже близко, так сказать. Ну, вы видели на ресепшене, да? Завтрака у них тоже нету, но зато он дает за 50 фунтов в сутки. То есть, как бы, смотрите. Вот, как бы, вот эта улица Белгравия Роу, да, мы только что были, начали вот отсюда, вот я пошла, видите, вот первый отель Comfort Inn, потом второй отель, потом третий, потом вон я зашла туда, и здесь прошла вам 6 отелей. Ну и смотрите, да, 120, 380, сколько там, не помню было, 100, то, тоже что-то там, блин, 120, да, потом дорогущий был, не сказали сколько, дали визитку, вот, Сидни отель. И вот этот последний 50 в сутки. Понимаете, как в Лондоне делается бизнес? Ну, я вам хочу сказать, что, конечно, круче всех выглядит отель Сидни. Но они не показали комнаты, да? Они просто вот дали визитку, все. Хуже всех выглядит вот этот последний парк-отель с этим дядечкой-индусом на ресепшене. Блин, ну не знаю, вам решать. Завтрак только в двух отелях из этих шести, что я вам отсняла. Ну вот, сейчас я вам это видео скину, все. А, собственно, если хотите, завтра пойду вам еще что-нибудь подснимаю. Значит, смотрите. Вот это вот просто кафешки. Это я сейчас иду в сторону дома. Вот сюда обычно все приходят завтракать, не то чтобы здесь вкусно, а просто это как бы 100% будет работать, здесь интернет есть бесплатный, я сама сюда летом люблю прийти и с компьютером тут посидеть. Ну вот так это все тут выглядит. And they're also just like, do you not care about? Yeah, you're better than you're doing. But someone's their life. Ну, собственно, вот так вот. Здесь много, да, всякого разных вот такого рода кафешек, пивбаров. То есть это просто это район Виктория Пимлика, центр Лондона, вроде как бы жилой. Вот так бы, наверное, правильно сказать. То есть туристов много, да. Тейт музей здесь рядом находится.
Вот, это не шопинг эрия. То есть здесь как бы проходят мимо. Шопинг эрия это туда, ближе к Оксфорд Циркус, к центру. Оксфорд Циркус, если отсюда вот так вот, через вот этот красный дом туда вот, вот пойти и туда прямо вот так. То есть минут 20 и через Грин Парк, там будет Букингемский дворец, и через Грин Парк туда на Оксфорд Циркус, ну там полчаса где-то надо что-то добавить. Ну то есть как бы, ну не знаю, с одной стороны вроде как бы хорошая локация, да, что станция рядом, до аэропорта ехать. А, как бы с одних аэропортов на автобусе едут, как с других аэропортов едут, например, на Хитроу, вот Пимлика в ту сторону, 3 минуты станция метро, едут на Хитроу аэропорт с той ветки. А с Виктории на Гатвик идет прямой Гатвик экспресс. То есть как бы в этом плане, вообще идеально. Я вот сколько летаю, и в 4 утра и пешком дошел и поехал. То есть как бы и до автобуса в аэропорт. Короче, ладно. Все. Слава монтировать видео. Вот, потом скажите, какой другой район хотите. Я пойду вам еще отсниму. И, ну, в общем, как-то так. Thank you.